огромное спасибо. Рада, спасибо тебе за вопрос. Так, смотрите, у нас получается не так много времени остается. Значит, мы переходим в режим блиц. Короткие вопросы. Давайте тогда вот с этой стороны начнем и пойдем опять в ту сторону. Давайте с вас, пожалуйста. Здравствуйте, всем привет. И у меня такой вопрос. Хочу рассказать, что вы очень привлекательный молодой человек. Спасибо. Так, отличный вопрос, спасибо вам большое. У кого-то есть похожие вопросы еще? Здравствуйте, соскучились ли вы по своим персонажам за 2 года? Где? Ответь, что спасибо. Как все время болтаем? Я понимаю. Ты условно я боюсь. Ну, привет. Вообще, на самом деле, я очень рада вернуться к этому персонажу ненадолго. И была рада снова с ней вот пройти какой-то быстрый путь. В Белграде 2 месяца получается, да? Да, я была очень рада, очень люблю Дашу. Да, но это интересно, когда ты после 2 года возвращаешься к персонажу, которого ты играл 2 года назад. Ты другой. И сами теми ты воспринимаешь этого персонажа по-другому. Так, отлично. Давайте из центра, вот, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько вы сами близки к своим персонажам? Вот вы такие же в жизни? Да, я надеюсь, что нет. Честно, я надеюсь, что я чуть-чуть нормальный. Мне кажется, Диана похожа на себя. Даша менее такая улыбчивая, какая-то откровенная, в эмоциях она более сдержанная. Ну, я так старалась ее сделать. А в таких более жизненных понятиях, типа справедливости, честности, наверное, да. Вот мне кажется, вы очень похожи на себя в фильме «Злая шутка». Можно так? Я еще не помню. В мелодраме. Я помню в фильме, но я не помню, какая она. Она там очень такая доверчивая, да? Да, очень сильно. Наверное, да. Я считаю так, знаете, как бы актер не старался сделать свою роль каждый раз новой и очень отличающейся от предыдущей. Я спросил, не знаю. Это все в любом случае 90% есть ты, человек. Я считаю так. Потому что в каждом есть разные характеры, и в определенную роль ты усиливаешь какие-то стороны, и все. Спасибо большое. И последний вопрос. Когда можно будет с вами сфотографироваться? Сразу, как кино начнется. Спасибо. У нас будет обязательно общее фото со всеми, где мы постараемся всех гостей уместить. Давайте так вот, Милош, Диана, можете сами выбрать еще Диана одного человека и Милош. И мы задаем вопрос вот последнему. Вот девочка, которая уже идет к нам, можно сказать, да? Так, все, идем к вам тогда. Здравствуйте. Я хотела спросить, что вам больше всего понравилось? Отель «Элеон»? Первый, второй, третий, четвертый сезон или все-таки отель «Белград»? Думаю, «Отель Белград» нравится больше всего, потому что он происходит на разных локациях. Он яркий, там есть еще один персонаж, это Сербия. Поэтому я думаю, что в «Белграде» все то, что в этих предыдущих проектах есть, оно умножено на несколько раз. Спасибо. Можно мне еще один вопрос задать? Сохранились ли персонажи, которые были в отеле «Леоне», в отеле «Белграде»? Ну, хотя бы немного. Ты имеешь в виду, остались те же герои? Все? Нет, не все. Ну, хотя бы немного. Есть. Есть. Немножко есть. Сейчас еще чуть-чуть, и ты узнаешь. Спасибо тебе большое за вопрос, Милош. Завершающий вопрос. Направляйте любого из гостей, выбираем. Может, даже того, кто не тянет руку, пусть задает, если вы отправляете, будем вытаскивать из него вопрос. Желающих так много. Да, пожалуйста. Вот девушка, да?
каково это осознавать, что вы уже такой опытный продюсер, и каково это дружить с очень обаятельным, хорошим продюсером? Не знаю. И каково это быть продюсером? Быть продюсером? Это тяжело. Это, в этом смысле, это очень ответственная работа. Ты понимаешь, что ты приходишь на площадку, если что-то происходит, это твоя ответственность. И в таких условиях еще надо и играть. Значит, это непростая работа. Сейчас я все похвалил. Но на самом деле, да, это тяжело. А каково это дружить с... А такие люди не дружат. Как они дружат? Не, я говорю, а такие люди, как продюсеры, они не дружат. На самом деле он врет, потому что он со мной дружит. Нет, на самом деле я очень рада, что у меня есть первый друг-продюсер. Да, очень круто, я горжусь тем, что у меня такой классный друг-продюсер. Я говорю, ставка только что. Скачу руль. Сергей. Спасибо большое. Спасибо. Это все? Давайте фотографироваться. Да, итак, Милош, вот единственное, мне передали список гостинцев, которые хотят, чтобы вы привезли из Сербии. Вы потом сами посмотрите, это вот кто-то из зала передал. Возможно, там и сыр, и все, что вы называли. В следующий раз уже вас будут встречать здесь с гостинцами, чтобы... Так, ну что, общую фотографию с нашими прекрасными гостями. Нет, мы не поднимаемся на сцену. Наш фотограф, наш сейчас руководит, как нам правильно встать. Я думаю, надо одну фотографию. Так, так, так. Ну мы так и сделаем. А можете ли вы в 3D фотографировать, пожалуйста? Сажусь. Не, мы хотим как рок-звезды стоя. Нам стульчики не нужны. Да, давайте сделаем все вот так вот с нашими замечательными актерами.